В следующий четверг, 29 марта, состоятся общественные слушания по поводу строительства храма в Машгородке, единственном районе, где его пока нет. Это больная тема для миасцев, ведь тут затронуты вопросы веры. Обсуждение этого вопроса происходило и на горячей линии с главой округа Игорем Войновым, и в социальных сетях, и в городских форумах. С одной стороны, многие горожане вообще против строительства. Стало известно, что уже начался сбор подписей против возведения храма. Но несмотря на это, место для строительства храма на Машгородке общественность пытается выбрать уже неоднократно. Предложенные ранее варианты возле Дома детского творчества «Остров», а затем выше ДК «Прометей» уже выносились на публичное обсуждение. Что горожане думают за неделю до новых слушаний, выяснял наш корреспондент Елена Волгина. Аргументов за и против постройки нового православного храма в районе Межгородка достаточно много. Поэтому мы решили спросить местных жителей, что они думают по этому поводу. Ну, я думаю, что строительство храма, оно, может, даже необходимо, так как все равно людям нужно общение, вера. Приобщение к вере, это объединяет людей. Нужен, а то ходим в Тургояк. Скажите, пожалуйста, а вот место выбрано правильно? Это вот будет за около Зари. Может быть, не совсем у Зари. А, за Зарей лесок есть. Да. Там может быть, да. Ну, например, против этого. Ага. Хотя мне уже 70 лет, мне этот храм. У нас в Тургояке храм, у нас везде храмов полно. Это у вас храм. Везде. Ходит, думаете, много там. Бабушке по 70 лет, по 80. Я считаю, что он очень нужен. Но единственная площадка вот здесь есть, вот в той части. Очень бы удобно было там храм поставить. Мне непонятно, почему именно в конце Машгородка. Там вроде и так всего навалом. Само по себе место, расположение храма, думаю, будет правильно. Но если чем повыше где-нибудь Зари, вот, думаю, да, будет очень даже положительно. Скажите, а вы в этот храм будете ходить, если его построят? Конечно, я думаю, буду ходить. А я к этому отношения не имею. Это надо тем, кто святые. А я родился безбожником в советское время, так что... У нас ребенок ходит в биатлон рядышком. Они все переживают, что им бегать будет негде. Угу. Ну, а так-то будет, так, если надо, людям построят. Ну, это неплохо. Вот там место какое хорошее. Чем где-то вот по дороге едешь, удобно. И остановка рядом. Прекрасно даже. А если его построят, вы будете туда ходить? Не, я туда ходить не буду. Я там мусульманка, но я согласен сюда, чтобы были. Ну, я не знаю, вообще уместен ли будет храм здесь. Другого места получше нигде нету. Рощу-то жалко вообще-то. Это же парк вообще-то. За моей спиной та самая роща, на месте которой предположительно будет построен новый храм. Как показал наш опрос, жителям Машгородка он нужен. А каковы будут результаты общественных слушаний, узнаем уже в конце следующей недели. Лена Волгина, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».